scuzele noastre de rigoare pentru întârzierea. Dar a fost tot o întâlnire cu presa pentru programul sărbătorilor Chișinăului, de aceea cred că o să ne scuzați. Suntem încântați că l-avem astăzi la Chișinău pe Alexandru Rybak. Îi spunem bine ai venit. Добро пожаловать, Александр, в наш Спасибо. Прекрасный город. Очень хорошо. В день города. Îl cunoaștem cu toții. În anul 2009 a câștigat Eurovizionul, după ce câștigase preselecția în Norvegia. Este născut pe 13 mai 1986 la Minsk. De la 4 ani, împreună cu familia sa, au trecut în Norvegia. Vine dintr-o familie de mari muzicieni. Mama sa este o violonistă, o pianistă, iar tatăl său un violonist. Я расскажу про твою биографию. Dintr-un interviu cu el mi-am dat seama că a fost o mare dilemă și o luptă chiar între părinți ce instrument să aleagă și o să ne povestească el de ce a ales vioara, alte lucruri, proiectele sale chiar acum aici la Chișinău. Celelalte aspecte ale programului sărbătorilor Chișinăului le povestim după ce discutăm cu Alexandru Rybak. Vreau să vi-l prezint pe Paul Nanca. Paul Nanca este președintele Fundației Phoenix. Au început o colaborare cu Alexandru Rybak și cu Paula Selling încă de la Eurovision 2010. Și de atunci am văzut cu toții că au făcut un cântec împreună, o piesă scrisă de Alexandru Rybak și interpretată împreună cu Paula Selling. Mai au și alte proiecte și mulțumesc foarte mult că datorită Paulei Selling și lui Paul Nanca și am făcut această legătură cu Alexandru Rybak pe care o avem astăzi la Chișinău. Cred că întâi o să-l lăsăm pe el să ne povestească câte ceva. După care o să povestim împreună. O să fie o conferință de presă trilingvă, puteți vorbi în română, rusă și engleză. La rus cum în engleză. La rus. I don't know, so raise up your hand, how many of you speak Norwegian? No, English. Not many English people, you speak English? Cool, and Russian? And Russian. Okay. Все говорят по-русски просто. Все? Никто? Все знают очень хорошо. Те, кто снимают, тоже, да? Хорошо. Тогда давайте начинать. У вас очень приятно, конечно, если у вас вопросы есть. Я могу догадаться уже, какие вопросы. Победить Евровидение было очень классно. Жизнь после Евровидения еще лучше. Но это можно потом. У меня же своя агенда, и у меня сейчас новая песня, вчера на iTunes она пришла, и история, извините, просто я уже давно по-русски не разговаривал, я не приготовился как-то, я думал, что вы все... А дети здесь тоже говорят по-русски? Да. Да? Знаю по-русски. Ну что ж, хорошо. Это бывший Советский Союз. Это понятно, да. Ладно, но, в любом случае, у меня... И по-английски тоже говорят, да. Детишки. Ну, молодцы. У меня самая лучшая публика в мире. У меня очень хорошие люди, они помогают мне, они друг другу помогают, они встречаются перед концертами. И дарят мне самые-самые приятные подарки, дорогие подарки даже. Но одна фанатка очень как-то, ну, как сказать, переборщила. Можно это сказать? Можно. Да. И в течение 3 лет уже она мне звонит каждый день 60-70 раз в день. Поменяю, она из Израиля. Поменяю я номер, она сразу опять найдет новый. И я думаю, что ее папа работает, как это называется, в этой организации, Мусад или что-то такое. Или что-то такое, да. И она уже... Я пробовал поговорить с ней час-полтора, чтобы... Может быть, тогда я подумал, что она уже все...
что у нее сердце облегчится, и она больше не будет меня трогать, да? Но это не получилось так. Понимаете, что я уверен, что она вообще-то нормально выглядит. Красивое лицо, все, но просто в моей голове она, да, она типа как кривой носок, понимаешь? Это очень-очень, и она не просто, она не милая, она звонит родителям моим, и летом она даже приехала из Израиля в Норвегию 2 недели, и все время ходила вокруг района, там, где я живу, потому что я боялся даже в квартиру ходить, и посылала мне очень такие неприятные смс, что уже по-настоящему хотел в полицию позвонить. И когда она уже начала родителей мои трогать, когда она все-таки не выяснила, где я живу, но она выяснила, где мама и папа живут, да? И я стояла возле их дома 1,5 недели. То, что их типа терроризировало. Так что я понял, что мне нужно что-то сделать. Или позвонить в милицию, или написать песню. И я решил написать песню про это. Так что сейчас мы сделали очень такой масштабный клип даже на это, где я в сумасшедшем доме. И она все-таки там тоже меня нашла. Где ты ее пригласил сняться? В сумасшедший дом? Филипп. Что вы, не. В моих глазах это типа это как комплимент ей, что я вместо того, чтобы что-то негативное делать, так я повернул это в позитив. И пригласил самую красивую девушку в Украине, чтобы играть ее роль. Ну, я очень доволен, да, я доволен. И сейчас у нас, это совсем новая песня, только на iTunes только пришла вчера. Ты исполнишь сегодня эту песню? Да, да. Хотя это такая больше танцевальная песня, я не привык такое делать лайв. Но это интересно будет. Но это с танцором. Я пригласил очень хороших танцоров. Я не знаю, как это может быть балет какой-нибудь, компания. Art Studio Repede. Mm-hmm. Дмитрий Танмашан. Это да, известный хореограф наш. Дима, с кем я говорил, да? Да, да, да. Очень хорошие ребята. Так что большая привилегия у меня здесь на самом премьере песни быть в Молдове. Я прочла в твоей биографии, что скрипка как бы для тебя была красивой игрушкой? Нет, тварь. Цвет. Что тебе нравился цвет скрипки? Да, не. Скрипка придала цвет твоему детству. Ну, это можно сказать. Цвет, что... это что, типа, что у меня серое детство? Нет, цвет жизни добавил. Ну, конечно. Цвет и цвет. Ну, да. Больше радости. Обычно скрипачи жалуются на то, что заставляют их ходить и слишком долго заниматься, а потом... Я тоже жаловался. И это скрипка, это такой инструмент, что первые 3-4 года вообще это очень некрасиво слушается. Так что нужно иметь родителей, у которых получается строго воспитывать, но с любви. Как это сказать? С любовью. С любовью, да. И у них это как раз получилось. Когда ты осознал, что ты уже любишь скрипку? Как это произошло? Я люблю музыку. А вот просто так получилось, что мой инструмент – это скрипка. Я очень талантливый скрипач. И... хочу показать миру, что инструмент свой можно использовать не только в классической музыке, а во всех разных жанрах. То, что сейчас у меня эта новая песня, это совсем новый жанр для меня, но очень натурально там тоже имплементировать скрипку. У тебя классическое образование, насколько я понимаю? Ну, сейчас наконец-то окончил, как сказать, окончил? Да. Закончил студию. Сейчас у меня мастер по скрипке и самую высокую оценку получил. Так что, спасибо. Это очень
Я играл Чайковский концерт, Баццини, много таких. Мне очень нравятся короткие пьесы, такие 10-минутные, не длинные концерты, а чтобы мне нравится, когда люди могут хлопать после каждого 10 минут. Потому что... Ты правильно нашел свою дорожку по жизни. Да. А насчет скрипки, у нас есть очень хорошая новость. К Дню города подарок. Объявили результаты конкурса большого в Ханновре, фестиваля скрипки. И наша Александра Кононова первое место заняла. Да. Это скрипачка из Молдовы. О. Так что мы гордимся. Ну, пригласите меня с ней в классический концерт. Она так обрадуется, да. Саша. Ну, вот такая новость. Ее ты продюсер, ты режиссер нашего спектакля, это ее тетя, Донна Елена Питко. Режиссер спектакля «Луиноспорина часто сяра». Она талантливая девушка. Сколько ей лет? Кононова, ей 23. О, ну, и она мать 4 месяца, как она родила. После конкурса? Нет, сейчас. Ага. Ее дочке 4 месяца. А когда конкурс был? Вчера. Ага. Да. Так, поздравляю, я с удовольствием бы с ней сыграл. У нас очень сильная школа скрипачей, и в этом вечере тоже мальчик Кристи Ботгросс, это ему 13 лет, и он талант, на скрипке будет с симфоническим оркестром. Если не буду заниматься в гостинице, так, может быть, посмотрю. Сколько ты часов занимаешься? Ну... Иногда я вообще могу 3-4 недели не заниматься. Вообще-то это по телевизору лучше даже не говорить. Но... Даже участие в консерватории? Нет, когда я... Тоже когда в консерватории был, я иногда тоже по 2-3 недели, может быть, не мог заниматься, потому что я писал музыку, или я был в студии, пел. Самое главное, чтобы сразу, когда у тебя цель есть, и ты знаешь, что пьеса, ты пьесу играешь на концерте, которую ты еще не совсем мастеруешь, так нужно тогда заниматься, пока это все. А когда уже я чувствую себя очень самоуверенным и знаю, что у меня все до самых последних, каждая нота получается, так тогда лучше не заниматься слишком много, потому что типа не репетировать много, а наоборот, можно думать о вещи, дремать, а слишком много, типа, как называется, папа говорил, ты должен заниматься как зверь. И там я не согласен. Я всегда ему говорил, когда мне было 7-8 лет, он говорит, нужно заниматься как зверь. Я говорю, я не буду как зверь заниматься, я буду думать, я буду... Я как человек буду заниматься. А преподаватели классического жанра... Ты в консерватории учился, да? Да. Что говорят твои преподаватели по классическому жанру, когда слушают тебя, играя на скрипке? Сначала... Ну, понятно. А, понимаешь, когда разговаривать об этом, просто говорить свои идеи, это очень трудно, потому что очень такая гордая традиция же, классическая музыка, и все люди очень часто не верят в идеи, им нужно доказывать результатами. Так что я не говорил, я моему учителю вообще не говорил про Евровидение, ничего, пока я не выиграл. Ну, а когда они слушают твои песни, твою игру... Когда они слушают это, так они сразу... Ну, они понимают, что это моя душа. Они понимают, что это натурально. Потому что многие скрипачи пробуют что-то современно делать, это не от сердца. А у меня так просто получилось, повезло мне, что... У меня всегда есть какие-то идеи, я чувствую... Я сразу вижу, как это визуально будет. Угу. Тоже. Ну, я так понимаю, что ты и скрипка — это некий дуэт. А вот нашей соседке Пауле Селлинг повезло спеть с тобой дуэтом. И можно сказать, что мне повезло, да? Да. Скажи, тебе это был первый опыт твоего дуэтного исполнения. Понравилось ли тебе... И, исходя из этого, следующий вопрос. Знаешь ли ты кого-то из наших исполнителей? И, может быть, с кем-то из них, если ты знаком,
успел бы ты с ними до этого? Мне очень... Давай сначала про да. Что у меня был дуэт с Каролой, я не знаю, вы знаете или нет, да, из Швеции. Да. Потом я был на сцене с Уилл Смитом. Ну, это было на такой вечеринке. Это не как дуэт был. А у Павла у него очень голос, мощный голос, очень красивый голос. И я очень всегда осторожно выбираю, с кем я пою, и с ней очень легко поется. Так что мне очень повезло, и у нее хороший менеджер, так что они мне помогают в Румынии, а сейчас и в Молдове. Так что без них я бы, может быть, к вам не приехал. Так что... Yeah, I'm saying a lot of shit about you. Так что это большая привилегия для меня. А второй вопрос я уже забыл. Кем ты из наших исполнителей? Понимаешь, я год назад, я помню, что из Молдовы. Вы в Евровидении же участвовали, да? Да. Как называется песня с прошлого года? Сулаки. Ну, да? 2010-го. 10-го, Хора Ден Молдова. Мери Чобан. Ну? Чина поспанула? Сдох шестук. А, ну. После меня. Когда... Паула Кос Оля Тираши Санстрок. Доуми Зечи. Владенцов после Москва Мери Чобан. Хора Ден Молдова. Хора Ден Молдова была в моем году. Мери Чобан, да, в моем. А потом были Санстрок Прожект. Да, 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 да. Они... Это саксофон. Да, да. Помнишь? Да. Сакс, да. Вот это вот с ним я хотел бы, или с ним, хотел бы быть на сцене когда-нибудь. Это очень... Это было бы классно. Но и песня понравилась мне тоже. Мне вообще хотелось бы поработать с продюсером этой песни, потому что довольно гениальный трек. Так да? не поняли до конца. Ты хотел она поняла. Нет, ты говорил один с ним. Ну да, но он же легенда. Но мне еще больше нравится. Нет, мне он понравился. Ну и ансамбль весь понравился, но больше всего мне понравилась песня, так что я с продюсером этим хотел бы как-нибудь сотрудничать. Скажи, а вообще ты в Молдове сейчас впервые и что-то слышала? Впервые, ли, да. Слышала ли ты что-то вообще о нашей стране? О. И мне вот интересно, совпали ли представления твои, которые да, были? Я слышал, что это очень. Так, это очень такой интернациональный город. Я вижу чуть-чуть и Россию здесь, что люди уходят по улицам такие чуть-чуть в своих мыслях, а потом сразу, когда они встречают тебя, они так вдруг открываются, улыбаются. Это очень приятно. И очень теплые люди здесь. А здание похоже чуть-чуть на Скандинавию, так что я чувствую себя как дома. Так что да? Для меня это очень хорошо, да. Ну, а в твоем гастрольном графике отведено какое-то время на маленькую экскурсию или по городу? Здесь? Или даже, может, под каким-то местом? Ну, мне приятно просто в машине сидеть и смотреть разные... Такую погоду? Да, да, да. Мне дождь так нравится. Мне гораздо больше нравится дождь, чем солнце. Потому что когда солнце, так нужно быть радостным, потому что все другие рассчитывают на это. А когда дождь, так можно быть happy, потому что сам себе. Понимаешь? У нас есть, кстати, легендарные погреба во всей Европе, где хранится вино. Там не знаю, сколько тонн вина. Книгу рекордов Гиннесса. Я надеюсь, что любой сделать его увидящий. Пока ты их увидишь... Иногда... Бокалы вино? Да, нет, там погреб. Целый город. Целый город? Погреб. Ага. Винный город. Да. Ну вы молодцы, что вы не выпили все. Я хотела спросить, ты напился когда-нибудь? Ну, было такое, конечно, но это... Как ты себя ведешь в таком состоянии? Давайте проверим. Да. Не, люди говорят, что я вообще довольно милый, когда я выпил, что я всегда просто очень радостный, но
Я никогда не напиваюсь, если я не чувствую, что я с друзьями. И это вообще 2-3 раза в год. Не, в 2-3 раза в год, я говорю, 2-3 раза в жизни. Хотя 2-3 раза в год нормально тоже было бы. День рождения, Новый год. 3 times a day. Потому что 2-3 раза в жизни такое случилось. А так я всегда, иногда, если есть суббота, где я свободен. А суббота есть каждую неделю. Нигде я свободен. Обычно у меня концерты по субботам. И по воскресеньям, и по пятницам, и по четвергам. И у меня такой график, что я все время езжу по... большинство по Европе. Я же выиграл европейский конкурс, но... мне все время везет. Меня приглашают в Америку, в Китай, в Японию. Везде. В Австралию. И скажи, пожалуйста, ты бываешь иногда и грустным? А? Бываешь иногда и грустным? Ну да, конечно. Из-за чего? Если я далеко от своих друзей, хотя это очень часто бывает, конечно, но если я... Это очень странно, потому что часто получается, например, на автограф-сессии... Сначала вот я король, да, и ждут меня 300-400 фанатов, чтобы я с ними сфоткался, пообнимался. А потом вдруг все расходятся, и я пробую никого не приглашать в гостиницу, ничего, я пробую быть хорошим мальчиком. И вот все расходятся, я совсем один. И так, иногда я чувствую себя одиноким. Но сейчас я в последнее время? Да, в последнее время, спасибо. Сейчас в последнее время я стал смотреть такие сериалы, телешоу на DVD и строить Лего. Лего, у вас есть Лего? Конструктор. Куда конструкции? Да. Так что сейчас иногда я говорю продюсерам, чтобы в гостинице был такой. В этот раз у меня нет времени на это, но обычно я строю Лего. Это очень хорошая. И там за Лего очень хорошая философия, что самые большие, красивые вещи начинаются в маленьком. С малого. Да, с малого. Продолжая тему одиночества, я читала, что в клипе «Стрелы Амура» ты снялся полуобнаженный, именно чтобы показать свое одиночество. И можно так сказать. В группе на Фейсбуке я не сумасшедшая фанатка, но мне просто нравится твое творчество, поэтому я состою в группе и иногда так читаю, что ты пишешь. Спасибо. Поэтому, исходя из этого, я хотела спросить, как можно быть таким мировым известным человеком? У тебя много друзей, много фанатов, многие тебя любят, и как при этом при всем чувствуешь себя одиноким? Ну почему вы думаете, что у меня много друзей только потому, что я знаменитый? Ну я уверена. Наоборот, я сразу после Евровидения, да, все хотят быть моими друзьями, понимаешь, чтобы возле меня быть, что они знают, что тогда я обед им буду давать или дарить подарки. Особенно девушки очень так себя ведут. Но я после Евровидения я сразу понял, кто мои самые лучшие друзья, как называется, ненависть? Кто завидует. Да. Завидует. Так что у меня есть три хороших друга, и они не чувствуют, что они должны все время конкурировать со мной. Они тоже музыканты или Один из друзей, он, кстати, тоже скрипач, и он тоже хотел такую большую карьеру, но он понял, что он очень реалистично думает. Можно так сказать? Да. Да. Так что он сразу понял, что у него просто это не получилось, и сейчас он инженер. Да. И он все время помогает мне с моей карьерой, хотя он же хотел бы такую же карьеру иметь, но вместо того, чтобы завидовать мне, он наоборот радуется каждому моему успеху. Супер. И таких друзей очень редко. Немножко щекотливый вопрос. Как ты думаешь, благодаря чему ты выиграл Евровидение? Твои улыбки или твои песни?
Не знаю. Я думаю, что я скоро поступлю в Евровидение как композитор. И тогда посмотрим, что выиграло. Я все-таки считаю, что Евровидение это нужно стремиться к тому, чтобы песню показать. Не улыбку, а песню. Но все равно твоя улыбка была везде. Ну. Кем себя больше считаете? Певцом, композитором или скрипачом? Энтертейнером, может быть. Мне очень нравится. Мне, конечно, очень нравятся эти моменты, когда я на сцене, когда много-много сумасшедших фанатов, да. Но мне еще ближе те моменты, когда я приготавливаюсь к концертам или когда я в студии работаю. Выиграть Евровидение было классно, но я гораздо больше помню те моменты, когда я был в студии и работал над песней. То, что я все-таки больше как такой академик. Возвращаясь к композиции, как ты думаешь, есть формула хита или нет у нее? Раньше я думал, что есть формула хита, но сейчас, после этих последние 5 лет, эти американские песни, я совсем их не понимаю. Мне очень нравятся, если можно сказать, славянские аккорды, угу. Что все чуть-чуть в миноре, все... И все, что все аккорды клеются друг к другу. А в Америке что-то новая культура, я чувствую себя таким старым, потому что я не понимаю, что я вдруг чувствую себя как мой папа, когда я был маленький, я говорю, ну, папа, ты же видишь, что такая прикольная песня. Он говорит, не, извини, Саша, я не понимаю этого. И вдруг я сейчас сам такой. Но я понимаю, что это такие саунд, должно быть синтезайзер и все. Но это, я думаю, что это просто мода такая. А после 10, после 15 лет можно по-настоящему узнать, что по-настоящему хиты, а что просто было как... новая мода. И, например, сейчас я считаю, что Toxic Britney Spears, если вы mm-hmm. была, да? Знаю. Вот это для меня самая-самая лучшая песня этого десятилетия, ну, прошлого. И ее по радио все время играют, хотя она уже типа старая, да? Но это потому, кстати, что... еще один вопрос на тему. Если песня не очень такая хорошая, если ее постоянно продвигать по радио, как ты думаешь, mm-hmm. она... Самое главное для людей, это что они чувствуют, что они узнают, и что есть такой, на норвежском это называется континуитет. Нет такого на русский, да? Я понимаю. Continuity, что они чувствуют, что это... Может быть. Как это по-русски сказать? Давай не будем говорить по-русски. Да, да, да. Последственность. Да. Последственность. Давай скажем. Это и люди знают, людям нужно чувствовать, что они как-то спокойные, да, что они узнают что-то. Я думаю, что нам мы очень боимся что-то нового. Потому всегда хиты это что-то продолжение прошлого хита. Понимаешь? А ты боишься чего-то нового? Нет. Ну, обычно, ну, часто, но не в музыке. Это то же самое, что в любви. Мы всегда, неважно, какой противный у тебя парень или какая ужасная у меня девушка, самое главное, если у нас история, и мы уже в многих странах вместе были, так очень трудно расстаться, да? То же самое с песней плохой. Что если слышал ее 1000 раз, это уже она уже становится хорошая и близкая песня. А что для тебя хорошая музыка? Mm? Что для тебя хорошая музыка, хорошая песня? Мне нравится, когда мелодия, текст и аккорды. Гармония, да? Да. Так что мне нравится, например, Without Me с Eminem. Mm-hmm. Хотя у него мелодии там нету, но. Можно сказать вообще-то, что у рэпа тоже есть мелодия. Потом Toxic, Britney Spears нравится. Мне нравятся все песни Майкла Джексона. Sting нравится.
Дими Боргер, эти металл. И не надо мне. Ну и Чайковский. Так что нужно. Я считаю, я очень за разнообразие. В последнее время мы не так часто слышим от тебя новинки, но опять же, я уже не знаю, спрашивать или нет, на том Винки? Же Фейсбуке. Новинки, новые песни. Ага. На том же Фейсбуке в твоей группе я прочла, что ты, оказывается, пишешь очень много музыки, очень много песен, но они не в формате. Остаются, да. Что они остаются неуслышанными. Так вот, мне интересно, где их можно услышать, выкладываешь ли ты их куда-то, и не планируешь ли ты записать эти песни на отдельный диск, потому что... Ну, когда-нибудь, может быть, да. А пока что я работаю над синглами, отдельными песнями, потому что я не верю в альбом больше. У меня альбомы, у меня так разные концепции, что сейчас рождественский альбом будет в Норвегии, а уже в следующем году тот же самый рождественский альбом мы выдаем в Европе. И потом у меня еще детский альбом. А кроме этих альбомов я хочу еще попсу делать. И успеваю одну и одну песню. Так что сейчас у меня это новая песня, а потом посмотрим. Через 4 месяца, может быть, опять снова будет. И мне не важно, песни мои становятся хитами или нет. Конечно, это огромный бонус для меня, но я знаю, что для меня самое главное – качество. Качество показывать публике. А если радиостанции считают, что это в формате или не в формате, это уже меня не колышет. Точно? Но всегда очень неудобно, если в зале есть место для 800 людей, а приходит 80, например. Так что я всегда пробую, если я знаю, что я очень локально, в маленькой деревне, например, и выступаю, так я пробую найти зал, где там место для 200 людей. Играл я в Сербии только что, был там 10 тысяч людей было. Но этот концерт, после этого концерта я играл для 300 людей в Швеции, в маленьком зале. Я даже не знаю, какой концерт мне больше всего понравился. Мне не важно количество публики. Мне самое главное, что свое качество. А как часто оказалось, что ты не формат на радио? Как часто оказалось, что ты не формат? Я вообще очень редко посылаю. Я понимаю радио, так что я очень редко вообще посылаю им песни. А когда я посылаю, так 50% всегда отказывают. Это раньше была большая проблема для меня. Я говорю, ну как-то, я же выиграл Евровидение. Все, но потом я понял, что формат — это формат. Это нельзя спорить с ним. Какого формата тебе девушки нравятся? Все. Все. Мне нравится, когда девушки мне все не нравятся. Для тебя. Мне нравится, когда девушка не боится. Да, когда женщине не страшно показывать, что ты ей нравишься. Да. Очень многие, я не знаю, как здесь, но в Скандинавии девушки очень такие, они играют с тобой. Они пробуют все время, чуть-чуть отказываться, как он отказывается, и вдруг, да, вот. И вот как раз тогда, пока она отказывается, так она мне меньше и меньше нравится. O să vă propunem să ne apropiem de sfârșit, vă mai propun un joc, mai ales cei care nu au programat interviuri mâine sau emisiuni mâine în direct, vor avea dreptul la o întrebare exclusivă după ce vom încheia conferința. Good idea. Deci, credem că pentru prima dată a fost suficient și ne dorim foarte tare să mai vină în Moldova.
eventual când va avea concertul din București, să revină pentru un concert mai mare decât cel de astăzi. Vă rugăm să o scuzați pe Paula, i-ar fi făcut plăcere să fie alături de el, dar chiar în timpul conferinței de presă trebuie să stea să repete cu orchestra, pentru că va avea și o surpriză de cântat împreună cu orchestra filarmonicii. Dar va veni și ea un pic mai târziu, dacă mai rămâneți pe aici și doriți să îi adresați întrebări, cu cea mai mare plăcere. De asemenea, pentru Alex, vă stă la dispoziție, dar repet, cu rugămintea, când se fac aceste face-to-face-uri, să nu îl rețineți foarte mult, pentru că mâine avem nevoie de el toată ziua, tot pentru activități cu presa deja programate, sau mai pot fi strecurate, dacă mai doriți. Eu asta am vrut să anunț, că noi nu am făcut foarte public. Alexandru ne-a confirmat că poate participa, deși am făcut acest spectacol, l-am conceput așa cu el, pentru Palatul Național, dar când a auzit că există un show mare, un concert mare și în Piața Mare Adunări Naționale, deci va participa și el, nu cu un recital, cu două piese. Da. Nu, astăzi va avea recital, dar ca excepție, ca bonus, mâine nu este subiectul unei discuții separate, unui contract separat. A dorit să fie și el împreună cu toți noi, cu tot orașul, cu toți chișinăuienii de Ziua Orașului și în Piața Mare Adunări Naționale și bineînțeles că îi mulțumim pentru acest lucru. Ai dezvăluit și surpriza. Da. La concert vom putea să... Să filmați? Postul concert, cât va vreme? No. Va vreme concert. Concert snimat. No, înainte de concert. Можно, но говорить. После концерта я уже буду раздавать эти... Автограф. Да. Не, вы насчет песни. El își stimează și își iubește foarte mult admiratorii. Sunt aici foarte mulți admiratori care îl așteaptă. Există un fan club mâine, da. Va avea o întâlnire cu fan clubul respectiv. De fiecare dată după concert rămâne și semnează autografe, face fotografii cu fanii și așa mai departe. O să vă rugăm să nu insistați pentru alte interviuri la Palat, înainte de a cânta. La Palat nu... Patru mișo, Paul, on vam dast video mai nove, может быть, не весь клип, но типа полторы минуты, чтобы очень я был бы рад, если... Cei care nu ne-au comunicat adresele de e-mail sau nu scoră, dar rugăm să ne lăsați adresele de e-mail să vă trimitem video în următoarele zile. Da. Cel puțin 30 de secunde pentru ilustrație pot fi livrate. Da. Așteau și neapărat, dacă le vă cât nimuți smântirați. Da, vă mulțumim foarte mult pentru înțelegere, de asta și am organizat această întâlnire cu el, cu voi, ca să putem să admirăm și să savurăm spectacolul din această seară, să nu mai aibă nimeni de lucru, să muncim acum ca la spectacol să putem să sărbătorim. Ei, oricum apărut, și tu pe spectacol. Da, acum, de ce nu au apărut? Как называется песня? Leave me alone. Песня так называется. Покой. Ладно, спасибо вам. Так что мы сейчас по одному? Вы сюда или я к вам? Я мог. Fuck you, можно так сказать? Это Рамон. Это на румынском значит. Это я. Я утребую сапак. Да? Да. Она показала, что это по-английски. Не. Это по-румынски. Bine, de cine se apropie? И спасибо вам за терпеливость. Особенно тебе. Да. Сюан, Трофан, Алекс, ты субъективен. Я субъективен.